Я твой отец. Нет. Нет. Это неправда. Это невозможно. Прислушайся к своему сердцу, и ты поймешь, что это правда. Нет! Миша. Иди нахуй. Собирайся в садик. Иди. Миша, быстро вставай. Миша. Иди нахуй. Я сейчас по жопе дам. Вставай, одевай штаны. Иди я нахуй. No wonder your own people have abandoned you, God of wisdom. И скажи мне, Рехабаам, что тебе известно о человеческих чувствах? О, да ладно! Он обращается к своей собственной машине. Скажи мне, слабость ли это чувствовать привязанность, боль утраты? Стоит ли чувство того, чтобы ради них отказаться от рациональности? Прошу, при ответе не используй скриптованных диалогов и определений из мировой библиотеки. Меня терзают сомнения. Мне нужна твоя помощь, ведь из нас двоих... Увы, логически мыслить можешь только ты, хоть и пока всего на тысячную долю от предполагаемой мощности. Ну же, Рехабаам, очень надеюсь, что твой ответ заставит меня наконец выбрать.